Сап, Нига. В этом видео обзор сочной сборки, так что присаживайся поудобнее и приятного просмотра. А по традиции хочу передать привет вот этому комментарию. Привет! Также не забывайте, что у меня в прошлом видео проходит конкурс на 150 рублей, верты и машину. Так что приходите, участвуйте, там еще немного участников, так что конкуренция небольшая. Ну, давайте, я всех... А предоставил мне эту сборку мой лидер банды и в то же время мой друг Ваня Белый. Спасибо ему за это. Это гетто сборка, в которой заменены скины на гетто, ганпак, бита здесь заменена на алмазный меч из Майнкрафта, тут который. Также заменена карта, подобран сочный таймцикл, поставлен другой фист, заменен прицел на более удобный. Также поставлены более приятные звуки стрельбы, анимации прыжка и приседа. Годная сборка, если честно. Мне она очень понравилась. Если хочешь себе такую же, то спускайся по ссылке в описании, ты легко можешь ее скачать и установить. Как установить, также написано в описании. Но если ты один из тех, кто также делает сборки и хочешь, чтобы я ее оценил, снял об этом видос, сделал на нее, так сказать, обзор, то напиши мне ВКонтакте, все так же внизу, ты меня там найдешь. Этот видеоматериал мне также предоставил Ваня. Если что, там же и ссылка на его канал. Напоминаю, что он лидер Грув, так что ты знаешь, что делать. А если ты хочешь к нам, то оставляй комментарий, хэштег «хочу в Грув». Я на все комментарии отвечу, и мы что-то да и решим. Но еще раз напоминаю о конкурсе, ребята, не забывайте, реальные деньги, верты и тачка, так что переходим, смотрим, подписываемся. А если ты уже подписан, то прожми колокольчик, братанчик, прожми колокольчик, потому что дальше видосы будут все только лучше и лучше. А с вами, как всегда, был Руха-сан, и я вас оставлю тут еще немножко посмотреть эту сборку и кап под хорошую музыку. И, кстати, я кончил.